Всем привет! Это обзор от интернет-магазина agtech.ru, и сегодня к нам на обзор попал подводный фонарь SL-XQ605. Давайте смотреть. Поставляется фонарь вот в такой коробке, внутри нам удалось найти зарядное устройство от сети. Выйдет конструкция вот так вот, сюда вставляется аккумулятор, который также идет в комплекте типа 18650, и вставляете это все в розетку, либо же в автомобиль. Также идет вот такой патрон, если вы не хотите использовать аккумулятор, можете вставить сюда три батарейки типа 3А и непосредственно сам фонарь. Выполнен он из качественного авиационного алюминия с резиновыми вставками, яркость составляет 900 люмен, оснащен мощным светодиодом Q5 VC с продолжительным сроком службы. Устройству доступно 5 режимов работы, среди которых 3 режима свечения. Это 100% яркость, 50% яркость и 20% яркость, а также режим мигания и режим SOS. Корпус устройства обладает степенью защиты IPX8, то есть прибор остается защищенным при полном и длительном погружении в воду. Несмотря на то, что он является подводным, отлично справляется со своей задачей в темноте, освещая необходимое при этом пространство. Обзор подошел к концу. Покупайте данный фонарь в нашем интернет-магазине agtech.ru, а я с вами прощаюсь, ставьте на большие пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте и до новых встреч!